Барселона разгромила Лион со счетом 5-1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Два гола в составе сине-гранатовых забил Лионель Месси. Еще по разу отличились Филиппе Коутиньо, Жерар Пике и Усман Дембеле. Первая встреча соперников в Лионе победителя не определила и завершилась без забитых мячей. В другой вчерашней встрече немецкая Бавария дома уступила английскому Ливерпулю 1-3. Следующий этап самого престижного европейского футбольного турнира проходит Ливерпуль.